То, что снег может начать таять в феврале, не ожидал никто, и особенно коммунальные службы. Сейчас же димитровградцам лучше вовсе не выходить из дома без резиновых сапог, дождевика или хотя бы без зонта. Во дворах к всеобщему потопу добавилось снежное месиво. Машины застревают с завидной регулярностью. Горожане крайне недовольны таким положением дел. Вовремя не убрали, все замерзло. И, пожалуйста, колеи, машины смогут проехать, также пешеходы. Словно насмешка над всем происходящим, пара сотрудников городских дорог в микрорайоне Олимп. Местные жители с иронией вспоминают про ремонт ливневки, который производили пару-тройку лет назад. В основном Клара затопленная. Сегодня проезжал, там сплошная вода, просто даже не проехать, одни ямы. Ям не видно, в основном в ямы попадаешь. Вот. Из-за этого машины колеса портятся. По словам руководства МКУ «Городские дороги», вода с дорог не уйдет, пока снег не растает. Что касается ливневых канализаций, коммунальщики уверяют, как странно это ни звучит, что все в порядке. Есть определенные участки, где линия приемной трубы просто находится во льду. Поэтому сейчас начинаем работы по их прочистке, промывке и по так называемому прожиганию горячей воды. Основные работы по комплексному обслуживанию всех ливневых канализаций запланированы на середину марта. Кемран Чимайкин, Анжелика Барвинок, Виталий Немов. Наше время.